Как вы справляетесь с тоской по дому? Какими качествами должен обладать настоящий боец? Есть ли у вас девиз по жизни? Насколько дружба и товарищество важны за ленточкой? Это лишь часть вопросов, которые молодые активисты задавали Валерию Уткину, человеку, который добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции. Он приехал на встречу в лагерь «Лесная сказка». Я пошел туда, как говорится, с фашизмом должен кто-то бороться, правильно? Я пошел бороться с фашизмом. То есть выбор у меня был конкретный. Россия – это моя родина, и непосредственно здесь живу. Тут живут мои дети, тут живут мои внуки. Дети наши даже знают. А кто им не подскажет, как мы, что такое Россия? Да что такое вообще справедливость? Что такое фашизм? Что такое расизм? Да? Школьники подготовили вопросы для бойца заранее. Спрашивали о его большой дружной семье. Дома Валерия Уткина ждала жена, две дочери и внуки. О жизни до СВО интересовались, что для добровольца значат такие слова, как мужество, честь и долг. Мне понравилась встреча, все интересно рассказывали. Он вспоминал о своей семье. То есть семья для него одна из ценностей, очень важная. Не у всех правильные кумиры, правильные люди, за которыми можно следовать. Именно поэтому такой формат помогает ребятам встать на более, скажем так, правильный путь, понимать, что такое Россия, патриотизм, как им двигаться дальше, саморазвиваться, к чему необходимо стремиться, как этого можно достичь. Екатерина Кузина, Сергей Александров, Новости губернии.